Друзья, так, мы снова продолжаем. Так, я попробую залезть на самую высокую точку этого города. Нет, это не это здание, это было. Я, честно же, не помню, где-то оно здесь недалеко. Так, а куда нам нужно? Примерно хотя бы так знать. А, так. А, ну 27 метров там, в принципе, указатель есть. Или это, подожди, это не тот указатель. Разберемся нам, в любом случае, в ту сторону. Головы! Какой ужас! Их украли и продали! За что мне награду дали? Так, а что такое? Принять и отслеживать. Добудьте 3 знаменитые отрубленные головы для мадам Тюссо. Ну чё, как вы думаете, взять? Эх. Я вот думаю, брать, не брать. Ой, залагал тем временем. Так, а где у нас там был какой-то магазин? Вот он, да? А, подождите, так он же... Стоп, подождите. Здесь недалеко. А как узнать, сколько у нас вот этих F франков или что это? Где же... Вот он, да, тут. Извините-ка. Так. Вот, привет. Так, что тут у нас пишут? Магазин, конечно, магазин. Дымовая бомба, давайте... Шутиха, что такое? Заставляет цель стремиться к определенной точке. Непродолжительный период времени, ну... Круто. Лекарство можно купить еще одно. Ну, у нас 225. Ну, давайте будем называть их, не знаю, франк. Я не знаю, что это за валюта у них. Ну, давайте купим одно лекарство. Да, конечно, я уверен, у нас достаточно денег. Так, вот это нам не нужно. Ну, бомбочку можно купить. Она, тем более... восполнить все. Нет, спасибо, мы не будем восполнять. Хотя, слушайте, почему бы и нет? Давайте именно восполним все, да? Почему нет, действительно? Ну что же. Пока что это все, что нам доступно, я так понимаю. И расходные материалы. А, ну это есть. Все, спаслись. Отлично, спасибо, чувак. У тебя тут курица, я заметил. Ладно, не в этом дело. Дело в том, что... Дело в том, что нам нужно идти дальше. Эх, ладно. А, чем мы медленно? Быстрее пошлите. Ой. Зачем я это сделал? Так, давайте-ка. Ага, смотрите-ка. Охрана, да? А нам, походу, сюда, да, куда-то? Да, именно... А, или нет? Давайте дальше пробежим никуда. А, типа, охранники мне... Ой, не эти. Милиция это. До сих пор, как бы... Выйдет, да? То есть, пусть, если я появлюсь, у них в глазах ничего не будет. Да, ничего не будет, в принципе. Так, тормоза. Постоянно еще. Ух ты, что это такое, сейчас обыкать странно. Ладно, здесь у нас можно взять задание какое-то, да? Давайте посмотрим, что там. Или это есть то самое, с головами там с какой-то. Ну, давайте посмотрим. Здесь.
Я предвидела, что мне придут на помощь. Доверьтесь сверхъестественным способностям мадемуазель Ленорман, чтобы найти ее недоброжелателей. Ну, давайте пока не будем, я не знаю, понадобится, сделаем. Ладно. Так, нам бежать надо сюда. 95 метров. На наш датчик сообщает. Мы тем временем бежим к цели. Так. Походу я пошел не по той дороге. Ну, знаете что, лучше давайте попробуем залезть. В принципе, я думаю, у нас... Мы сможем, мы справимся по-любому. Давайте бабахнем сюда. Ух ты, ёпрасоты, офигеть. Как он все руку не вывихнул. Это же бред. Ладно, давайте на самый верх, вот сюда. А вот то здание, по-моему, на которое я забил. Нет, только то выше было, я не помню какое. Ладно. Давайте сейчас, я знаю, что задание у нас внизу, но мы заберемся повыше. Мне надо кое-что глянуть. Нет, это не то здание. Давайте вот сюда. Еще повыше заберемся. Ну, чисто для интереса. Неохота узнать, что это за место. Где-то вот там оно, по-моему, было. Ну, кстати говоря, может быть, это оно и есть. Мне казалось, оно будет больше, гораздо выше. Там еще какие-то... А, ну да, вон та пика, видите, там вдалеке. Она, по-моему, еще выше. Вот туда я забирался. Ладно, неважно. Не суть. Просто интересно было, где это место. Но я думал, что там будет что-то, нечто. Высокое очень. Чтобы скользить быстрее. Ой-ой-ой, это я зря сделал. Ладно. Так, награды. Часть вторая у нас уже, тем не менее. Теперь, когда Арно выбрался из тюрьмы, пора разыскать Белека и прояснить со стариком ряд вопросов. Ну, я надеюсь, я правильно прочитал его имя или что это, я не знаю. Запамятовал. Видимо, написать адрес слишком просто. Да, всегда так. Если бы они просто написали адрес, я думаю, мы бы с тобой не встретились. Ладно. Нам нужно исследовать. Сен-Шапель какой-то... Надеюсь, это не закрытая зона. Ну, тут, как всегда, закрыто. Поэтому давайте вот таким вот образом заберемся. Так... Подожди, вот сюда никак не сможешь, нет? Да, не, не сможет. Ладно, тогда давай здесь заберемся. Тут гораздо, я думаю, удобнее тебе будет, да? Ну, да, естественно, удобнее. Так, она, в принципе, здесь-то и надо выходить, я думаю. Что это было? Понятно. Ладно, слезай давай. И вперед. Вот какой дворец. Благовоние, я так понимаю. Тут у нас сундучок есть. Где-то здесь. Интересно. И что мне делать с этим медальоном? Хранение у нас часто бывает. Да, что тебе делать? А вот эта голубая зона, я думаю, она тоже что-то там означает. Ну, может быть, давайте используем. Ты, блях, ты мне тут что я сделал? Ну, тут какие-то есть подсвечивания. Давайте посмотрим, что это, я не знаю, можно ли как-то с этим взаимодействовать. Не понимаю, что он должен освещать. Ты не сможешь его куда-нибудь тут ставить? Сюда, например, нет? Не-не-не, он даже не собирается. Так, ну ладно, давайте тогда еще раз посмотрим повнимательней. А, может быть, что-то я упустил. Так.
принципе, нормально. Ну, но должен же медальон что-то делать. Да ты мне вот, я понимаю, ты мне подсказываешь уже просто в открытую что-то там, да, я так понимаю, но я не догадываюсь, я не очень догадливый. Запретная зона. Ну, запретная зона, да что ж ты так лагаешь-то? Это значит, что нам обязательно туда надо зайти, я думаю, но... Давайте вот сюда вот. Так, ребятки, подождите, что за тормоза? Че, сюда давай? И что мне делать с этим медальоном? Да вот я думаю, что тебе делать. Наверняка разгадка где-то вот на поверхности. Прям на самой поверхности. Ну что, сюда не надо ничего тут делать, как ты думаешь? Не, я думаю, здесь ничего нам не нужно. Да. Так, что же у нас? Исследуйте сен. Шапель какой-то или... Не понимаю, что он должен освещать? Оружие, чтобы выбрать инструмент. 4, 5, 6, 7, 8. Нет, ничего, раз. Да, ну ладно. Так, он сказал, что нам нужно что-то освещать. А вот что... Вопросик интересный, конечно же. Что же он должен освещать? Ну, наверное, что... И что мне делать с этим медальоном? Что же тебе делать? Ну, вот у меня тот же вопрос, ладно. Я думаю, мы, конечно же, разберемся с этим. Давайте попробуем. Стоп, а это у нас что за зона? Ну-ка, давайте-ка выйдем, посмотрим. Нас не пишет, нет, что это за зона. Ну, просто я не знаю, вот голубая зона какая-то здесь тоже есть. Но я не думаю, что нам нужно ее изучать. Она слишком уж масштабная. Но если у нас здесь ничего не получится, ну вот еще раз обращаю внимание на какие-то светящиеся символы. Как-то их активировать можно, я думаю. Либо же нет. Давайте еще походим здесь, посмотрим, может. Нет, к сожалению. Но должен же медальон что-то делать. Что же? А у нас нет никаких... у нас с собой нет медальона. Нет, у нас нету. Так, ну, давай, думай, что можно делать. Поднимемся. Когда поджилки не будут трястись, приходи. Куда приходить-то, это вообще о чем? Бам, давай ниже. Так, ну давайте туда еще заберемся. Ну-ка. Посмотрим, что там у нас есть интересного. Так, ну что такое, ребятка? Давай. И что мне делать с этим медальоном? Ну, я уже знаю, что с ним делать. Давай, ты хотя бы слезь. Вот смотри, тут какая-то есть дверца. Посмотрим, что у нас тут есть. У нас здесь какой-то выход. А вот куда, я не знаю. А, ну правда балкон какой-то. Это Сороки, что ли? Не помню, кто это. Ладно, не важно. Давайте уже медальон как-нибудь там будем что-то с ним делать. Так, где? Конечно, взаимодействовать. Как же еще без этого? Ну,
Ну, сейчас, может быть, какая-то головоломка нам будет дана. Чтобы мы решили ее, но могу ошибаться. Я предполагаю, конечно, могу ошибаться. Поражался всегда этим медальоном, этим механизмом, который просто там вставить монетку, у тебя там все начнет двигаться, там крутиться. Так, ладно, нам нужно как-то, видимо, по люстрам, что ли, прыгать, нет? Да, это именно так. Интересно, а может ли он забраться на цепь? Нет, он вроде бы не может. А, давай на люстрочку и потом вот сюда. Так, а вот допрыгнет ли он? Меня вот интересно это. Забавно.